ויהיה פה קצת אולי יותר פסוקים מהרגיל. (אז תהיו מוכנים לדפדף הרבה ומהר. אז אנחנו נתחיל דווקא מתהלים, 46, ברוסית זה 45. אם 45 פסלום. אז <cinkle> פסוקים 11 ו-12 אני אקרא בעברית כי זה קצת שונה מרוסית ואז נקרא ברוסית. הרפוא ודו כי אנוכי אלוהים ערום בגויים ערום בארץ. אדוני צבות עמנו משגב לנו אלוהי יעקב סלע. Остановитесь и познайте, что я Бог, буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш Бог Якова. Господь призывает нас познать Его. Призывает нас познать Его как нечто, как кого-то великого. <связывается> кого-то, который очень сильный. И кого-то очень близкого к нам, он наш защитник и он наш щит. Мы немножко еще будем изучать иврит сегодня. Два слова, которых здесь есть, это во-первых он. На иврите, на русском, что написано? Какое слово на русском? Остановитесь. А тут арпу

אז אלוהים מזמין אותנו להרפות מהחיים הזה, מה, מה שלנו, מהשליטה הזאת בחיים. כי אנחנו לא באמת יש לנו שליטה בחיים. (אומר ולדעת אותו. הדגש הוא על לדעת. ברוסית המילה לדעת ולהכיר זה קצת מתערבב, אבל בעברית זה הבדל ברור מאוד. На uh, иврите два слова "познать" и "познакомиться" они иногда имеют одно и то же значение, но на иврите совершенно разный смысл. Если у меня есть uh, сосед, который со мной живет в одном доме, то я с ним знаком. Я знаю, как его зовут, возможно, где он работает. Мы לשני, Мы אפילו? Друг другу говорим привет, иногда спрашиваем, как дела. Aber, uh... מעבר לזה הוא לא מעניין אותי בכלל. נו בוא תבוא מי אני יודע שהוא שם, אני יודע שהוא קיים

И Господь говорит, не нужно быть со мной знакомым, вам нужно познать меня. Потому что мы как верующие иногда имеем знание о том, что есть Бог. Мы знаем, что Он существует. Он делает различные вещи, которые не всегда меня интересуют. А когда у меня закончится сахар, я постучусь к Нему и попрошу. Но Господь говорит: познайте меня. Знать, познание – это процесс. А и самый лучший пример познания – это муж и жена. Потому что Писание использует одно и то же слово «познать». Адам Написано: Адам познал Еву, жену свою, у них родились дети. И Авраам И познал Сару и так и так далее.

Познать это не познакомиться, не просто спросить, как тебя зовут. Это процесс, который не заканчивается. Например, молодая пара, которая вступила в брак, и спустя 20 лет они будут уже другими людьми, поведение друг друга повлияет на них.

Это И если мы прекратим этот процесс познания друг друга, זה, и если uh, пара таким образом двигается то они опускаются вниз на уровень на один של, שלום, שלום, они становятся как соседи uh, привет привет ואז, и тогда очень быстро они подходят к разводу потому что они прекратили святой процесс познания وتахлес, יודע, אחד, השני, פרי, אחד, и когда ты не знаешь друг друга תביניות פלדה, תביניות שווה דיאלצית עם צ'לווקם. ועם השנים אתה לאט לאט גם לומד תכונות אופי על אותו בן אדם. אז גדלמי תיעוץ שיש צ'ירתי חרקטיר הטבות של צ'לווקס כתור מתז'י ויוש. И эти черты характера, естественно, влияют на твое поведение по отношению к этому человеку. Ты знаешь, насколько быстро человек раздражается и почему. Ты знаешь, как его быстро успокоить. Ты знаешь, что ты спец в этой области. И ты знаешь, человек больше любит слушать или разговаривать. И ты э, таким образом, соответственно, ведешь, потому что ты знаешь его. И Господь говорит, познайте меня. Познайте, что я люблю, что меня раздражает, в чем и, и какова моя основная сущность, что я говорю, что я хочу услышать. Это процесс познания. И это бесконечный процесс, потому что Господа невозможно познать до конца. Даже написано про Ишуа, если бы мы написали множество книг про его жизнь, невозможно было бы в мире бы не хватило э, столько книг, чтобы написать все про жизнь Ишуа. Потому что его жизнь была настолько глубок глубокой. Я в своей жизни, у меня, я совершал одну ошибку, мы когда ходили в общину, нам говорили, познай, что Ишуа твой Машех. Тебе нужно покаяться перед свидетелями. И тебе нужно пережить водное погружение. И тогда ты спасешься, и все будет хорошо. Никогда в нашем детстве не говорили, что нам нужно расти и развиваться. А больше их волновало спасение. В тот момент, когда ты получил спасение, больше уже

Поэтому этот процесс продвижения и познания, он не имеет конца. Мы сейчас выучили, что значит познакомиться и что значит познать. И в жизни верующего познания это очень важный процесс, не только познакомиться. Потому что познание приносит плод. אנחנו נדבר עכשיו קצת על תכונות אופי. מי שיכול להגיד לי ככה בזריז איזה תכונות אופי של אלוהים או אוהב? (אומר בערבית: קודם כול, מי שאתה אומרת ביסטרה, ככי שרת חרקטירה אונליבית ובוגה). אהבה? (צדק) טושטון צ'סטני, פרימוי, רחמן, אמילה סטיבי, נאמן. עוד אחד?

Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Это основа Бога, потому что Бог есть любовь. הוא מלא באהבה, הוא מלא אותנו באהבה. און פולני לובי, און נפולניאלית נסלובוביה באים לך אנשים סוציאמטיים ולא אכפת מאף אחד, אנחנו לא יכולים לאף אחד, אז אנחנו לא יכולים להיות קשורים לאלוהים. מה זה סוציאמטיים? אגואיסטיים. יסלמי לודיקת אורי גאיסטיצ'ני, טוענסניק נבלנועית, אגדם מי נמוז'ם לובית בוגה זה תכונת אופי הבסיסית של אלוהים איתא אסנמנו יקצ'סטו בוגה אנחנו גם נקפוץ לשמות 34-6 מי זה שעש שמות עשרים וארבע. שלושים וארבע שש. איסחוט טריצי צ'טירי שסטויסטיך. אתה תקרא גם. כן, אני אקרא גם. שלושים וארבע שש. אדוני על פניו ויקרא אדוני И прошел Господь перед лицом его и возгласил, Господь, Господь, Бог, милосерд... человеколюбивый и милосердный, долготерпивый, многомилостивый и истинный. Есть в одном месте Писания столько много черт характера. И эти черты характера у Бога мы очень любим. Он милосердный и многомилостивый. И uh, он uh, долготерпеливый, он не быстро гневается. Это, это черта характера, которая соответствует отцу. И мы можем взять эти черты характера и привлечь их в нашу жизнь. So eat, eat, мы знаем, что из-за того, что Господь много милостивый и долготерпивый, мы можем иногда ошибаться, можем грешить, мы знаем точно, что у нас в конце концов примет. Мы в этом смысле очень избалованные дети, особенно в нашей каждодневной жизни. Мы говорили про любовь и про милость и про милосердие. И очень важная черта характера, что Господь ⁇ это Отец. Но мы должны понять, что это не все его черты характера. Есть много и намного больше. האофии, האחרות, Но мы почему-то думаем, что остальные черты характера уже не актуальны. אותם, походу, И нам они меньше нравятся, мы про них не очень любим говорить. אבל, uh, Но я хочу, да, нам напомнить для того, чтобы заставить нас немного подумать. הרבה, הרבה יותר, -кама. Есть очень много, я хочу uh, затронуть несколько.

זה נקרא גם בעברית. דניאל אומר, אך יש אלוהים בשמיים המגלה סודות, והוא הודיע למלך נבוכדנצר את אשר יהיה באחרית הימים. זה חלומך ואלה חזיונות ראשך על משכפך. אתה המלך בהיותך על משכפך. עלו בלבך מחשבות אל העתיד ומגלה הסודות הודיעך את אשר יהיה. Но, на небесах, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И Он открыл царю на выхода что будет в последние дни. Сон твое, видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе обдумал думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. Одна из черт характера – это Господь, открывающий секреты. Он открывает тайны, это нечто невероятное. Он не будет открывать тайны тому, кому не важны эти тайны. Мы будем еще говорить про Даниила, потому что это очень особенный человек был. Он был uh, человек особенный для Бога.

והוא לא סתם נולד ככה, הוא <אז> כל החיים שלו השקיע בלדעת את אלוהים. ואלוהים החליט שהוא פותח לו את הסודות. ואחד הסודות הגדולים ביותר שדניאל קיבל, זה סוד המשיח. דניאל <אז> מדבר במפורש שמשיח יבוא לפני חורבן בית המקדש השני. И Даниил э, ясным образом говорит, что Машех придет перед разрушением второго храма. Его, как Даниила, в принципе это не особо волнует. Но если Господь открыл ему такую великую тайну, то этот человек должен быть очень особенным. פסוקים שיש בדניאל על משיח. אנחנו יודעים בדיוק שישוע המשיח. מיליוני אנשים בעולם על בסיס דניאל יכולים להבין מי זה המשיח שלהם. מיליון ילודי אבירי מוגות אימינה נאסנוביק נגד דניאל בנית כתוב נש משיח. בזכות הנאמנות של דניאל. את בגדרייה ורנסי דניאלה.

אז בעצם למדנו שאלו הוא מגלה סודות. הוא יכול לגלות סודות לכל אחד מאיתנו. ואנחנו גם יודעים שאנחנו נקפוץ לתכונה הבאה שלו, זה כי אלוהים הוא מלך. רחמן, אבא, מלא חסד, אבל מלך. והדוגמה הכי טובה של לגשת למלך, לדעתי אנחנו נוכל למצוא בספר אסתר. אם יקר שתושם אלו צ'י פרמייר תבוא ככ נוז'נה ברשת סקצריו, במוז'ום נטיף כנגי אספיר. אסתר חמש, אחת עד שלוש. אספיר תראי На третий день Исфира делась по-царски, и, она, и стала она во внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем в царском доме прямо против входа в дом. Когда увидел царицу Исфир, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И простер в царке Исфире золотой скипетр, который был в руке его, и подошла из и коснулась конца скипетра. И сказал ей царь, что тебе, царица Исфири, какая просьба твоя, даже до полуцарства будет дано тебе». В принципе, что сделала Исфир? Она подошла к своему мужу. Кто он такой, в принципе? Он мой муж. Пусть пойдет, забыл, он с кухни мусор выбросить. Но это не так. Она приходит к своему мужу, который есть царь. Мы да приходим к Богу, который наш отец. Но мы не должны забывать, что он царь. Наше поведение должно отражать его царственность. Мы говорим о таких понятиях, как божий страх. Это не ужас. Опять-таки у нас проблематичный русский язык, но страх Божий и обычный страх — это разные вещи. Страх — это когда на тебя едет поезд, и это, это страшно. А страх Божий благоговение. Благоговение? Благоговение. А там и фахетки

И ты приходишь, и ты хочешь познать, и хочешь приблизиться, и ты очень, и ты почитаешь и уважаешь его. И написано, что начало мудрости это страх Господень. Потому что если ты будешь бояться Господа Бога твоего, то ты познаешь столько много новых вещей, что тебе только прибавится мудрости.

Вrium, Dante, понимает, возможно, compara, не помит, не楽, не возможно, это хорошо, возможно, я чего-то не понимаю, но в Писании такого нет. Потому что он совсем для меня не папочка. Это взять нечто невероятно великое и попытаться уменьшить. Мы с Богом не группа ребят. Он наш отец и он наш царь. И все, что мы делаем для того, чтобы его уменьшить, это неправильно. Поэтому к Богу нужно относиться как к царю. Мы сейчас откроем книгу у евреев. 12 глава, 28-29 стих. Итак, мы принимая царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу за благоговением и страхом, потому что Бог есть наш огонь поедающий. Кто знал, что Бог есть огонь поедающий? Кто очень любит эту, эту черту характера у Бога? Кто молится, Господь, ты великий Бог, огонь поедающий? אני חושב שלא, אני חושב שיש אנשים כאלה, אבל לא רבים. ואנחנו נקפוץ ישר לספר התגלות 4. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которую суть молитвы святых, пари, пали, перед Агнцем. И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас из всякого племени, и колена, и языка и народа и племени. И задел нас царями и священниками и Богу нашему, и мы будем царственным священством на земле. И я видел и слышал голос многих ангелов вокруг престола и животных и царцев, и число их было мириады и мириады Тысяч, тысяч. פה מדובר על קדושה של אלוהים והיצורים והזקנים שנמצאים בקדושה שלו בקדושה שלו הם לא מסוגלים להפסיק להלל אותו בכלל. אני נחזיית סביאת אסטיבוג, אני מאוד פרקרטית יבואוסלבית. אני אחבר את שתי התכונות אופי של אש אוכלת וקדוש. יחד סיידינית את בוך Неважно, насколько мы своим разумом попытаемся понять Его святость, мы никогда это не сможем сделать. Мы сможем попытаться, мы сможем много учиться, но никогда мы до конца это не сможем сделать. Нам нужно понять, что Бог Он святой, точка, и что Он огонь поедающий. Ничего грязное, нечистое не может находиться в его присутствии. Насколько он милостивый и полный милости, он не может быть среди нас и рядом с нами, когда мы продолжаем грешить мы умрем. Нам нужно понять, что Он святой. И каждый раз, когда мы грешим, нам нужно отдалиться от Него, Он должен отдалиться от нас. И это автоматическая формула, работает как формула. Согрешили мы от Него отдаляемся. Он не может находиться в присутствии не святом, грязном.

у меня есть начальник, который меня раздражает самхут, а у него есть власть, как у начальника אבל, но uh, над ним стоит кто-то, который со мной на одной стороне это царь הוא, он поставил его быть моим боссом אבל, но мой царь это высшая власть если у меня есть проблемы с начальником, то к царю можно обратиться и с этой проблемой тоже. Я вообще не думаю про начальника. Я думаю про моего царя, что он, что он сейчас делает в моей жизни. Намного легче понять это, когда ты в армии. איפה פה? יש להם קצינים מעצבנים ולא טובים. או סלדט, יש אפיצר וכמה שהדרגה שלו יותר גבוהה ככה הוא יותר מפחיד ויותר מעצבן. И у них есть разные с ним проблемы и недопонимания. Но нужно понять, что над самым большим офицером стоит царь. И так получилось, что этот царь ⁇ он мой отец.

סך הכל כלי, הוא בוס אבל הוא כלי. ועוד דבר אחד לגבי קדושה по поводу святости. Если мы возьмем эти черты характера, про которых мы не говорим каждый и день, и мы будем пользоваться ими в нашей молитвенной жизни, мы будем говорить о том, что он святой, о том, что он всемогущий, о том, что он огонь поедающий. Как только мы начнем сосредотачиваться на этом, мы будем автоматически забывать наши небольшие проблемы. Мы не будем говорить, Господь, какая у меня огромная проблема. Мы скажем нашей большой проблеме, насколько у нас большой Бог. Но нам нужно копаться, нам нужно сосредотачиваться и понять, насколько велики эти черты характера. Потому что эти черты характера это... Они отличные. Я знаю про свою жену, что она любит. Я знаю, какие цветы она любит. Я также знаю, как мне ее разозлить за минуту. Я знаю и плохое, и хорошее.

На то, что он судья и огонь поедающий, он судит и наказывает. Никто это не отменял. Он накажет людей, которые грешат. Да будет суд, в конце концов. У нас есть Иешуа, у нас есть спасение. Все это отлично, это все приобретение. Но нам нужно относиться к Богу как к суде. Потому что он наказывает. Fledglad, что его Après, мы его дети, и написано, что детей, которых любит, он наказывает. По другому просто будем паразитами. Не не паразиты. Если он не будет нас наказывать, мы будем паразитами. Но когда мы поймем, насколько велик наш царь, мы ведем это в наши мысли и жи... в нашу молитвенную жизнь. И тогда мы будем меньше его разочаровывать. ועוד דבר אחד איש <עוד> נו <עוד> <עוד> Нужно внести эти черты характера в нашу общину. Мы приходим в общину. Есть те, которые приходят отдыхать. Это тоже приятное времяпровождение. Нужно расслабиться душевно. Мы пережили тяжелую неделю. Но это место молитвы. Это должно быть святым местом. Это должно быть совершенным местом. Это должно быть местом прославления и поклонения. Подумайте, что если бы у нас был храм в Иерусалиме, и мы бы, скажем, сняли автобусы, чтобы каждый шаббат ездить туда. В каком бы страхе мы заходили в храме? באיזה בגדים היו נכנסים להיות מקדש? הם היו נכנסים ויושבים כהלל של הלווים משעמם והיינו יושבים בפייסבוק? הקהילה שלנו זה לא הקירות האלה זה קהל Это люди, которые здесь Мы ответственны за нашу общину. Как, как только мы приходим в общину, мы ее представляем. И если царю понравится то, что мы ему предлагаем, он и вовы, и вовы, и вовы, и вовы. тогда он придет и будет с нами. Если нет, не то значит что он не придет. Пожалуйста, это очень просто. Если мы молимся на наших собраниях, чтобы наше собрание было хорошим, чтобы мы его прославляли как должно, чтобы люди спасались в нашей общине. Тогда мы получим это. Потому что это то, что он говорит, просите, и дано будет вам». Но если я прихожу для того, чтобы немножко помолиться, немножко послушать, и немножко послушать, что здесь поют,

Приятно это тоже хорошо. Можно что-то сверхъестественное, тайны, но и можно простые мелочи приятные. Я хочу вас немножечко направить, подумать в другом направлении. Подумайте также о наших uh, собраниях здесь в общине что это место должно быть святым и совершенным. ולסיכום אנחנו נקרא מנחום. (אומר בערבית: אם נכנסת בפרט 2, אז פררוקה נחומה). פרק ראשון, פרק גלבה, שתיים עד שבע. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе, мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпив и велик многогуществом и не оставляет без наказания вихрей вихре и в буре и шествия Господа. Облако пыль от ног его. Запретит он море, оно высыхает, и все реки иссихают. Вянет вассан и кормил блекнет цвет на ливане. Город рисутся перед ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом его и вселенной, и все живущие в них. Пред негодованием его кто устоит? И кто стерпит пламя гнева его, гнев его изливается, как огонь, скалы распадаются перед ним. Благо Господь и убежище в день скорби знает всех, надеющихся на него. Здесь очень сосредоточено очень много вещей, и мне нравится это местописание. Если вы посмотрите на э, Арона Кодыш, там, где находится Тора, посмотрите на самое верхнее... Посмотрите наверх. כתוב דע לפני מי אתה עומד uh, написано, אתה צריך לדעת לפני מי אתה עומד כל העוצמה הזאת יכולה להיות בעדך בשביל... לטוב Вся эта мощь может действовать тебе во благо. Но ты можешь э, не угодить Богу. И можешь стать его врагом. И тогда вся эта мощность будет действовать против тебя. Если ты не принесешь ему... Та, ту честь, которую он заслуживает. Тогда Господь может разгневаться. И мы не хотим разгневать нашего царя. Потому что вся его сила и мощь она для нас и для нашего блага. И это хорошо, это интересно. Быть мир верующим человеком это хорошо, это это интересно. И кто считает, что жизнь верующего она скучная. Должен проверить себя, что с ним происходит. И кому трудно прославлять, должен проверить себя и понять, почему ему сложно прославлять. Почему сложно открыть свои уста и прославлять вместе со всей общиной? Возможно, он переходит на сторону врага. וזה אף פעם לא מאוחר לא לעצור כל עוד אנחנו נושמים. אז למדנו בעצם את המילה לדעת, למדנו מה זה יירה. ודיברנו קצת על תכונות אופי שאנחנו לא רגילים לדבר עליהן. <אז>